Привет, коллеги! Сегодня хотел бы поделиться с вами кое-чем полезным, по крайней мере, для моделеров. Предыстория. В декабре ко мне пришла такая вот подушка. Как видно, референсы есть только с видом спереди. И мне пришлось как-то моделировать эти боковые швы, которых не видно. Я решил, что самый лучший способ это сделать, это связать и расчесать веревочки с помощью Fiber Mesh. И отчасти мне это удалось сделать. Получилась вот такая вот штука. Вот, и она поначалу прокатила. По крайней мере, так казалось. И вот недавно она вернулась. Сказали, что все не то, все не так. А поскольку других референсов не было, мне пришлось решать как-то или придумывать, как оно действительно может выглядеть, или могло бы было выглядеть, по крайней мере, так, чтобы понравилось клиенту. Для начала хотел бы показать, что именно получилось у наших визуализаторов. Они умеют представить все. И я хотел бы предложить более интересный способ. Я представляю себе швы приблизительно так. Художник с меня хуже, чем 3D-художник, но основной принцип здесь видно. То есть жмуток ниток выходит, переплетается с другими нитками, точнее с другим жмутком, и уже заканчивается в кисточке. Для этого я взял свою модель и начал думать, что с ней делать. Во-первых, я удалил все лишнее с помощью сочетания клавиш Delete плюс ничего. Во-вторых, я отдетачил кисточки и расположил их более выгодно, как мне кажется, чтобы было хотя бы приблизительно как на референсе, либо хотя бы как минимум ближе к подушке. И дотянулся до этих кисточек с помощью таких вот шлангов. Я сделал это с помощью линий. Эти шланги мне понадобятся. Моя идея заключается в том, чтобы из этих шлангов сделать жмутки. Для начала я посмотрю на их сетку. Она мне не очень нравится. Она слишком густая. Так гораздо лучше. В чем заключается моя идея? Тут все очень просто. Я собираюсь превратить эти линии в геометрическое какое-то подобие жмутков. Для начала я включаю Soft Selection. Да, иногда моделеры этим пользуются. И выставляю небольшую дистанцию. А теперь я могу спокойно растянуть жмутки так, как мне нужно. Все достаточно хитро, при этом просто. Они не очень похожи, но мы только начали. То же самое я проделаю и со вторым жмутком. Наброшу на него Edit Poly, Soft Selection. И все то же самое. Растянуть, желательно в одной оси. Так, пусть будет здесь. В принципе, его можно подогнать с помощью других способов. Моделеры знают, как это делается с помощью волшебной программы ZBrush.
Но суть не в этом. Далее, пока это не очень похоже на что-то адекватное, далее, думаю, имеет смысл заузить внизу, подредактировать где-то в промежуточных точках. Что теперь я предлагаю сделать? Все очень просто. Я предлагаю применить, точнее даже возможно приоттачить это все друг к другу, применить Turbo Smooth. Получится вот такая ерунда некрасивая. Мне она не нравится. Да, оптимизация этого всего лучше удалить. Торцы. И попытаемся еще раз Turbo Smooth применить. Теперь все гораздо красивее. Постараюсь сейчас обойтись без ZBrush, но в принципе с ним получится намного лучше. Дальше мой план действий очень простой. Ring create shape. Вот и все. Далее мы выделяем этот shape, точнее сплайн, который мы создали. И настраиваем его толщину. Это единственный адекватный метод, который я смог придумать на данный момент. Пока оно выглядит не так, естественно, как в ZBrush, но, думаю, если набросить сюда какой-нибудь интересный модификатор, либо помять его, то все будет гораздо красивее. На этом попрощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Возможно, кому-то пригодится. Всем пока.